Программа соревнований по спортивной гимнастике будет насыщенной. Один из этапов включает в себя вольные упражнения. Судьи оценивают грацию и пластику гимнасток. Выступления на бревне и брусьях, опорные прыжки – это уже оценка техники. Из 53 участниц 7 – кандидаты в мастера спорта. Две из них – сочинки. По итогам этих соревнований будет комплектоваться сборная команда Краснодарского края, которая примет участие в федеральных уже мероприятиях, соревнованиях. Посвящаются эти мероприятия 101-й годовщине доп. Образования. 20 ноября будем отмечать 179 лет День города. Вот эти мероприятия тоже сама посвящаются этим датам. В турнире участвуют 12 сочинок. В Кубке надежд они как раз подают большие надежды. Тренеры уверены, среди них есть кандидаты и в сборную края. Там да. Надо ничего не бояться. Не жалеть себя. Бревно сложно. Даже вот если мозоли натирать, то... Бревно очень сложно. Там сальто назад надо еще на бревне на голом. Там фляг на голом. То есть вот это все можно от них сделать травму себе. А на ковре даже можно прыгнуть, там, допустим, двойное сальто, и можно упасть на шею. Поэтому некоторые говорят там... Так что... Или на прыжке, вот Цукахару, когда крутишь, это руки ставишь на прыжок, и в воздухе ноги подгоняешь и делаешь сальто. Вот из-за этого надо, ну, то есть не думать обо всем лишнем, надо думать о том, что ты сейчас сделаешь. Вот соперники там сидят, поэтому надо стараться. Победители краевых соревнований по спортивной гимнастике «Кубок надежд» получат грамоты, медали и, конечно, сам кубок. Ну а лучшие из лучших будут защищать честь региона в составе сборной Краснодарского края.